Так, ну что, иду сейчас менять автоматы. Сразу говорю, автоматы у человека есть. Какие есть, такие буду ставить. Так что, такие дела. Так, шлем сюда. И прикручивать буду на саморезы эти штуки. Болтиков, ни гаечками не нашел. Сейчас здесь карантин, закрыто все. Так, если смог, то и нашел. Так. Да, заходите. Да, здравствуйте, захожу. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, а ну сейчас вспомню. Это чудо. Что, мне отключать все, да? Ну да, отключайте все, сейчас. Построю себе план действий. Да, еще принесли. Ну, на нижней, я так понял, два надо ставить, да? Да, не, я перепутал. Я не брал. По фото уже разобрался, что да, один. Нормально, да? Нормально? Ага. Так. Мы брали такие, более-менее хорошие. Один, наверное, сюда поставлю, двадцатку. А два сюда. Хорошо, хорошо. Так, ну здесь напрямую идут сразу. О, тут пластинка мощная, конечно. Работы много или так себе? Вот это, конечно, соседские, да, походу? Да, да, да. Мои вот эти. Ага. Вот эти два. Мне субпровода хватило. Я уже один менял, кстати, сам. Субпровода хватило. Смотри, если сюда лепить, поняли эту коробку, ага. То может, да, здесь, думаю, здесь может оторваться. Ну, соседский. Mm-hmm. А если сюда? Да хватит, чего. Вот этого. Да кто ж у меня аж этот на... Чтоб дотянулся провод этот туда. А, да я думаю, дотянете. Ладно. Тоже сейчас... остальные сопли тоже у меня на заводке, типа. Угу. А как закреплены эти автоматы? Там вот болты, видите. А, понял, понял. Ага, ага. Сейчас я подумаю так. Ага, у вас получается ноль. У вас какой не отключали здесь, я так понимаю, да? Или как-то оно... Эти? Да. Ну, эти редко вырубались. Один я поменял. Был у меня подгоревший, такой, что постоянно вырубался, так я один сунул. Угу. Я понял. На свой страх и риск. Тут же 380 или... Да нет, тут. Нету, 220. Ну, может быть, тут заходит и 380 где-то. Не, ну 80 100% есть. Без нее никак, то, наверное, большая кабелина, то есть 380. Так, сейчас я подумаю. Мне надо понять. Что тут два автомата и два провода. Сейчас. Фото не разобрался. Не сильно, наверное. Хорошо, если не хватит, провод есть, точно. Да тут все есть. Просто я думаю, знаете, что тут со счетчика. Ну, где тут у вас счетчик? Где ваш счетчик? Ну, вот этот же, наверное. Вот этот, наверное.
30-я даже, вот. Ну да, да. А, ну да. Вот тут, я думал, стоит перемычка между автоматом, поняли? Mm-hmm. Тут получается и ноль, и фаза идет на ноль. Один автомат на фазу, другой автомат. И мне надо теперь ехать покупать эту коробку, поняли? Пошире ее. Угу. Чтобы туда нулевую шину как-то вставить. Вы не сильно там куда-то торопитесь? Да нет. И туда съезжу сейчас. Вот так не пойдет дело у меня. Я сейчас потрачу время, но сделаю нормально. Просто по фото не разобрался, наверное, поэтому... Ага. Сейчас я туда съезжу. Сегодня час аж приедет? Да. Ну, да. Должен сделать так, как должно быть. Ну да, понятно. Так, а ну еще раз сейчас подумаю. Так, если этот... Получается, вот эти два, да, ваши? Да, да. Туда хватит их вот этого. Ну, потом идеально, конечно, сюда вставить бы коробку, но тут же вот эти сопли, блин, все заденешь. Ну да, их не подламываются. Иногда они уже... Там она уже окисленная, все. Угу. Видно, греется, и вот скоро... Ну, естественно. Я сейчас дотронусь, отпадет, и буду я виноват. Скажу, чтобы, блин, 50 лет работала. Да. Все туда, все. Возьмите это. Везде. Ну тут хоть, ну тут тоже ноль фазы, короче. Ладно, пойду возьму коробочку, которая рассчитана на 3 или 4 автомата. Поставлю на любую шину и 2 однополисных автомата. Об этом не то пальто. У меня потом в комментариях. Дадите просраться. Так, пока на паузе. На паузе. Так, короче, взял вот эту коробочку. Это будет наверх у нас. И взял еще вот эту. Закрепить это все. Бубтик, мальчик, и сразу. Бубтик. По-людски, чтобы получилось хоть. Надо, аж надо правильно делать все. Ну что, не надо постоянно. Ой, даже вы меня критикуете. Я учусь на своих ошибках и на ваших предложениях. Сейчас тут автоматик. Самое большое переживаю, что одна шина была в сумке. То есть, типа, ну, по-моему, должно быть пару штук. Так, о. А. Побольше, просто поняли. Ну, чтобы уже 2 автомата влезло. Да, и шина еще нулевая. О, отлично, красивенно вообще. Отрубать, да, цвет? Ну, я думаю, да, отрубать лучше. Сейчас начнут мигать. А тут можно курточку повесить у вас? Да, конечно. Ага. Сумочку положу. Ракетки летают. Так.
Здравствуйте. А это вы наш электрик или нет? Нет. Нет. Так вы сразу нижний или ту коробочку? Сейчас посмотрю, как у меня коробочка-то станет верхняя сейчас. Блин, там. В принципе, можно и нижний сейчас. Просто подумать, как его там тоже закрепить как-то надо в коробочку. А вот это ваш, да? Да, да. Ну, в принципе, как-то вот так вот можно. Ну да, я думаю, нормально. Так. Да, третий, четвертый. Не знаю, как они вообще могут срабатывать. Ну да, если давно. Я их опустил рукой. Так, это вот, походу. Главное, не дотронуться до корпуса, как будет тут. Или 300 боишься? Не, ну неприятно. Ну да. Не то, что боюсь. Ну, ладно. Тут почти. Я потом зачищу его. Ну да, то там, не только электрика, еще сантехника занимается. Да, ты сантехник. Угу. Так. Надеюсь, один счетчик погас. Вот этот у вас, да? Да, это мой, правильно. Правильно. Сверху или снизу фаза. Ну да, ну, визуально видно, что она сверху не может быть. Так, тыкнул. Все-таки этот провод. Но не так стрёмно, чтобы ударит, а так стрёмно, чтобы замкнёт сейчас. Вот тут фейерверки. Ну да. Да, конечно, по-нормальному, да, конечно, должна приехать служба, как за рубежом, сюда вкинуть медную проводку, правильно? Угу. Это да. Кому она нахер надо?
Потому что эти уже давно понятно, что вышло со строя проводка. Что уже на алюминии со временем окись, тролля, хрупкая становится и все. Так. Что случилось? А решил снова подсадиться, что же мне? Давно все подсадились. Решил автоматы поменять, потому что уже выбивался. А, так это ж вот это твой старый, да, смотри? Вот это. Это шучек, да. А мой вот этот. Так разве у меня новый? А я вообще не смотрю на него никогда. Так у меня же новый, я его оставил. Ну то новый. Ну да. Так, это вот 2003 год, а у вас 2004. А, не, видишь? У меня новый. Ты что, Аня? На, вот младший. Я в командировке на буду. Ну, сейчас уменьшили эти. Что, что? Электроэнергию там было 169, а сейчас что-то меньше, 144, по-моему. А если больше 250, тогда это там угол подскакивает. Они же просто не придумали, как народу втихомиривать. Вот со своей зеленой энергией. Да. Своим олигархам сделали возможность зарабатывать. Там что-то какие-то каналы опять телевизионные отрубили, а какие, не знаешь? У Медведчука 2. Так это давно уже. И опять, там же еще ж. И же восстановили, опять отрубили. Нет, 112 вот эти ты имеешь, так они только в этом, в Ютубе там, а на телевидении... Ну, кто зелье помешает, тот ее отрубает. Его время осталось. А вы знаете, что летом аэромейдер приезжает в Киев? Да, знаю. Так у меня уже билеты есть даже. У меня там по старинке остались друзья, да? Так. Ну мы с Викторией купили два билета. Молодцы. Потому что жизнь короткая штука, вот. Побывать. Ну, это не мой стиль, а у меня в коллекции все альбомы. Дань уважения. Judas Priest, Iron Maiden, очень тяжелый. Саксон. А в принципе, Саксон это Judas Priest, я был, так что... Я в Финляндии не успел на Металлику сходить, там билеты 20 евро, представляете, кинзи? А пришлось выиграть. Я победил. Ты не рокер? М? Ты не рокер? Нет. Не, ну что, слушаю иногда там такое, разное. А кто, говорите, приезжает? Арен Мэйден. Угу. Ну, то есть 20 групп, те, которые пошли в историю, останутся до конца же. Скорпион, Будда, Вайснайк, Дефлопов, Дефлопов. Пошло, поехало, короче. А сколько билет стоит? 1500, но, правда, задняя сторона. Ну, там же телевизоры сумасшедшие. Я думаю, зачем переплачивать по 8. Ну, да. Курточки, болты. Так, лапа показана. Вот это 32-я, да? Да. Угу.
Так. Сторону. Ну да, тут провода мешают, конечно, да. Не видно, не слышно? Ну да, недолго сплю. Да и голыми руками уже не хочется лезть. Да, вот тут фаза. Вот это вот где. Можно коснуться, будет больно. Ты голой рукой. Так. Ну что, красивее стало. Так. Так, смотрите, у вас вот... 2,20 и 1,16. Ну тогда я двадцатку поставлю на вводе, да, одну, одну туда же. Ух ты, так оно все продумано. Да. Защелкивается и все. Хорошо, пока. Ну все. А что это, кого это? Это у меня. А? Это у меня. Ремонтируем. Ремонтирует? Хорошо. Это хорошо, что ремонтирует. Хуже, когда отключают. Да. Это точно. Алюминий с алюминием, но раньше покачественней. Не, ну понятно, был по сечению и по всему. По-моему, четверка. Сейчас таким, если возьмешь алюминий, так шестерка такой. А раньше это четверка. Сразу вот, да, новый провод. Угу. Так. Ну, что этот болтик завалился. А там какая-то пяточка, да, получается, через болтик идет туда? Ну да, типа такой буквой П. А, понял, понял. Потому что я же вижу, что крепление очень просто. Да, вот это такая изоляция протрухла. Так когда свежая? У людей, вот я смотрю, что я ж по Европе езжу, у людей, это дружище. Ага. Это у всех странных этих крутых. Как старый дом берут, сразу обвешивают вот эту строительную массивку такую специальную. И реконструкцию. Утепляют, проводку меняют, людей переселяют временно. Гостиницы травляют. Ага. Ну то есть, все за что у нас уваст. Нормально. А у нас же дождёшься тут. Когда уже, как у нас, я не помню по какой улице, но зелененькая, то, что развалилось обширки, малосемейка.
Пудренка вот. Ну да, что выпала стена задняя вообще. Покрывай. Да. Так, побольше. Там же девушка погибла. Девчонка погибла? Ну, мама, да. Девчонка там. Но автоматы нормально, да? Ну, не сказал бы там супер какие-то такие. Не, ну понятно, что крутые стоят же сумасшедшие деньги. Ну, нормальный автомат там в районе 130 гривен стоит сейчас. Один. А это, наверное, гривен 50, да? 87. Угу. Так, теперь сюда надо ползти. Туда дотянется, не дотянется. Блин, уже отвалился провод тут. Вот этот. А где его прокрутить? Сюда, к этому автомату. Это, наверное, тоже звонок какой-то. Соседи знаете, да? Ну, это же мой сосед. Вот так. Позвоните ему, собственно. Я сейчас узнаю, что там у него. Не, ну телефон нету его. Он ушел, да, столько состы? Ну да, как ушел. Гулять. Так. Сейчас просыну тут. А ну проверьте, звонок работает у него. Это же можно отжать назад, сунуть. Ну, сейчас сделаю тут. Да, потом. Да, да, да. Напомните себе. Хорошо сейчас, да, в 21 веке. Господи, а если... Ага. Рекомендалы, аппаратура, все позволяет. Это да. Можете, пожалуйста, табуретку дать? Вот так надо. Вот так руку надо засовывать. Ну, тогда да. Достанешь. Табурет надо тебе? Угу. Так можно остановиться? Да, остановись, остановись. Полы, да? Какие ровные.
Действительно, как же лопать засели отсюда? Нет, тебе залазить вот так рукой. И ты касаться не будешь ни проводов, ничего. Или оттуда вода. Ну снизу вообще удобно было. Я попробую туда дотянуться. Не, ну что, оп, как раз нам можно. Ну, можно оттуда лучше, я думаю. Оттуда? Так не так, если не дай бог, что руку, наверное, легче будет выдернуть, чем... Хотя тут все заизолировано. Ну, хрен там. Так. Не получится. Вот снизу я же... Снизу будет вообще оптимальный вариант. Там просто не сунем шаг, видишь? Так. О, смотри. Видишь, как? Я же автомобилизм трохи знаю, как, куда лезть. Потому что у нас тоже рядом не мерили, я попробую туда долезть, лучше. Экспериментирую уже, так и сяк. Толстости, считаю, грубо говоря, никакой. А там все-таки уголок, профиль, вернее, он толстый. За него показывает зеркало. Так, ну вот тут все. Тут, наверное, тоже отсюда придется. Ты, блин, шайбочка упала, чешу. Шайбочка упала. Тут можно любую другую. А вон же шайбочка еще лежит. Угу. Я вижу. Так, есть. Нолик будет у нас. А, понял. Так, а вот сколько тут? Раз провод. Два провода. Два. Сверху. Один заходит на звонок, другой на это, да? Получается. Звонок и квартира. Да, да, да. Ну, сейчас делаем тогда звонок на 16, квартира на 20. И все. Все правильно. Как айфон завернут. Видишь, от Китая начинают отказываться. Потихоньку. Потому что что-то не то. Так, раз.
Угу, теперь надо понять, где у меня фаза. Где у меня контролька? Хватило. Так, тут придется, конечно, размотать все это. Ну да, 7 замуток точно хватит. Заворачивали. Ну, это же, да, раньше залито же было. Человеческое, знаешь? Да. Тряпочная. Да, и сейчас, кстати, продаются. Эти изоленты. Удивительно, вот эти изоленты. Должно вообще было отвалиться. Ну, да. Они еще работают. Угу. А сколько дома? Это лет 60, наверное? Да. Это столько изоленты. Надо так. За ними, наверное, да? Подниз. Да, сейчас я так вытяну его. Сюда. Трещит весь. Там уже сгибаешь уже и сразу изоляция ломается, поняли? По-нормальному буду снять пломбу, буду поменять провод. Ну, блин, это ж... Нельзя. Пока сделаешь это разрешение, да пока вызовешь эту службу, так. Ну, тогда ехать, писать заявление. Да, это страшное дело. У нас же бюрократия страшная. Хотя я все за это ж плачу денег. По идее, по одному звонку должны прилететь сюда. Да, на электромонтажника. 18-е. Так. И замкнуть на всякий случай, не?
Да, ну не под напряжением, если тут автомат опустил. Я понял. Капец, блин, хрупко. Автоматы разные, думал поставить перемычку специальную, но высота разная автоматов, так не получится, придется вот так вот. А, так сразу перемычка будет, да? Ну. Ага, понял. У меня есть медная, но она... Так медь с алюминием ты сам знаешь. Со временем... Тоже. Контакт будет окисляться и... Придется вот так вот как-то смотреть. О. Значит, слизано это, хляб в этом, крестовина это. Вообще нет, мне все зацепиться. Торчит внутри, блин, или... блин, как его затянуть сюда? Что там в самом кресту, поняли, что там? значит, какая-то окалина. Так, подожди. Посмотрим, что там. Видите? О, выпало. Теперь вот это должно быть нормально. Все совсем по-другому.
Тут тоже фаза, да? Ну, это вход в квартиру, фаза, да. Не под напряжением. Хотя у меня был такой случай, что я отключил все это, провода. Может, еще за это протяни провод. Провода снял, поняли, вот эти два, которые в квартире, и на них питание было что-то. Да ты что? Ну, фаза была. Мы так и не разобрались. Или там кто-то подключился с соседей, поняли? Скорее всего, что кто-то в розетку там что-то втулил. Да, за стенкой. Так, это двадцатка. Да есть там еще запас, да? Это звонок, да? Угу. Думка, по идее. Не хватит длины, сейчас придется скручивать как-то. Соединять. Думаешь, не хватит? Ну, по-моему, нет. Вот он уже. Нет, звонок пусть будет, я то потом продумаем что-нибудь. Во-первых, провод надо нормально человеческий туда поставить. А то он как подключен? Как он подключен? Отдельно уже когда-то? Это так было с самого начала? С самого начала у всех же, видишь, так. Отдельно ж то ли 300 считать же не будет, потом никто не подключает. И здесь. Так. Запаса немерено. Этого, да, хватает. А вот того, конечно. Глянул, поэтому думал замкнул. Ударил? Не. Так, где сосед без звонка тоже? Да? Да. Он отрывался. А, ну так ничего страшного. Сейчас всех подключаем, будет без звонков. Ай, блин. Ну, отвертка ударила по этому, по корпусу. Я думал, кому-то коротнуло что-то такое за это. От страха. Дернулся. Так. Так, я его отрезать не буду, потому что хотя бы. Так, теперь звонок.
Нет, тут такого провода тонкого нету. Да пусть потом я поменяю его. Его куда садали? К тому? Ну, сюда один провод надо, ага. Один сюда. Ага, понял. Без звонка пока мисс будете? Да, без звонка. А там у нас он и нет. Не функционирует. Пусть он там висят. Да, пусть вот так вот и висит там. Так, теперь соседей надо подключить. А у вас есть телефон их, чтобы позвонить, спросить? Нет, крути смело. Да сейчас у них там погаснет все. Ну, чего, ты же полностью откручивать не будешь. Ну, будет, ну, лучше выключить, чем она будет искрить туда-сюда. Нет, ну понятно. Там будет у них то работать, то не работать что-то. Сейчас отключай, я... там, может, после за 70 уже давно. Сейчас, так, сейчас без проверю. Без аларма. Так это даже и не фаза. Не то, фаза. Фаза? Показала, да. Горела, да? Да, вот ноль. Вот ага, да. Ага. Блять, получится ли тот болт открутить вообще? Он, видите, какой черный. А, не пошел. Из автомата жопа уже. Там он все уже давно. Да куда отошел он? Он уже нарывается годами. Трухнет. И все это пол выставляет. Пальчик вот туда. Петли не делали, просто. Там же типа буква П, вот такая прокладка, да? Оттуда, когда зажимаем. Поняли, такое крутишь оно. Ну, сейчас попробую. У нас еще там этот стоит, алюминиевый, оно не дает ему закрутить. Толщину не создает то. Что на месте крутится. А, так оно. Там уже резьба слизана, блин. Ну, или сгорело, или слизано. Так что оно на одном месте крутится и все. Да, все нормально. Что-то гудит такое. Ну, ходили. Там что-то у них не сгорело. Стремно. Зажиматься никак. Не звонок хоть? Звонок. Блин, что ж такое у меня гудит там? Нам сейчас ли звонок этот скинуть? Может, он не был подключен? Он же гудит. Ну, это звонок будет. Так может, тогда не подключать? Бо будет гудеть. Ну, да. Чтобы он не загорелся там. Я не буду туда его подключать. Так. Соседям, да, подключи. Вот этот еще. А где он был? Ну, тут вот. По идее. Ну да, сюда.
соседним разгома. А у них вообще звонок рабочий? Просто... Нет, все. Будем у нас... У них даже кнопки нету. Будем не подключать его. Ну, постучите, спросите у них. Чтобы лишний провод не подключать сейчас. Не раскручивать тут. Может, он не был подключен. Блядь, все впритык, все, блин. Жесть, конечно. Здравствуйте. А подскажите, у вас звонок где-то рабы есть? У меня нету звонка. А что за провода у вас идет? Ну откуда же я могу знать? Ладно, у вас сейчас все работает, все нормально? Все же работает у вас. Проверьте, пожалуйста. А, ну так слава богу. Все, потом меняю эти автоматы уже сгорели, чтобы вы вырубаете не так. Так уже поменяли, слава богу. Ну проверили, чтобы у вас все нормально, слава богу. Мало ли, все, спасибо. Ну, так, это значит тут. И сверху. Ну да, там питание свое у них. Они там где-то подключают внизу, походу, на счетчик. То есть даже мимо счетчика. Так, это есть. Еще один шурупчик. Аккуратно. Проверяйте свет у себя. Проверяйте там. А тут включено? Да, он за счетчик засветился. Да, есть. Угу. Ну, это да, один автомат. Это за, типа запускной получился, да, у нас? М? Типа запускной получился. Еще раз? Запасной автомат получился. Ну, для звонка что-то. Ну, я понял. Если вам звонок не нужен, так... Ну, конечно, не нужен. Пока. Сейчас люди все пользуются домофонами, так. Ну все, тут там в одной получается этот, ага, после счетчика. В одной, короче, разводка, во второй, да, получается? И в том тумблере, и в том. Ну это да, это до счетчика стоит. Ага. Ну если менять автомат, так... Кидай сюда, мотни трошки, чтобы она начала кучу. Ну, зато у меня была стяжка, часы. Если есть. Как лишь было? Да если это неудобно сейчас. Посмотри, заметь, там два мотошка, что-то. Ну хорошо. Стяжка удобнее было бы. Сколько я тебе должен? Сейчас скажу, сейчас. Ага.
полозе. Страх Божий, да? Что? Ну, страх Божий, вот это все. Так понятно, старенькая все, что ж. Петли, шметли. Так, где мой телефон? Сейчас я себя сфоткаю на память. Так прикинь, що там десь? Ага. Що там ще? Так, що я тут брав? Так, от це от. Угу. От цей бок небольшой. Ага. І тут ще. Этот, короче, сейчас посчитаю. Короче, 83, грубо говоря. Да. 32 и плюс, да не меньше там. Ну, 47 получается. 32. Так, плюс... и работа? Ну, я писал работа сколько. Ага. То есть 600? Ну, 50. Ага. И добавил свою работу. Да, и 650. Короче, 700 гривен. Mm. Ага, понял. Да. А, еще нулевая шина 30 гривен. Хорошо, хорошо. Это же моя. Так, чек я тогда оставлю. Это и вот это.